Всем геймпас, с вами Рапас, и сегодня с вами продолжаем играть в Poppy Playtime 2. Сегодня мы с вами остановились о том, что надо было попасть, я так понимаю, сюда, потому что это Game Station, и туда нам не надо. Ну, как всегда, ребят, я все узнаю уже в последний момент, и поэтому надо сейчас посмотреть, что тут надо делать. Ну, в принципе, вот так вот, да, надо. Ну да, так надо, но дело в том, что тут как-то непонятно, как оно работает вообще. Ай, погодите, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас это повернется на 90 градусов ко мне сюда. Наконец-то все. Я это вообще в прошлой части очень долго проходил. Сейчас я понял, что тут надо делать, потому что я не допер. Я думал, что тут игрушку надо найти где-то здесь. Но нам туда не надо. Как бы мы уже были там. Окей. Что это? Опять пчела киса? Да-да, мяу-мяу. Что это такое? Что это такое? Типа надо как-то игрушку схватить? Что это такое? О боже, как это проходить? Алло. Тут несколько кнопок, и мне надо как-то нажимать, чтобы было какое-то другое направление. Куда нужно приехать? Ничего не понимаю. Ну, вот, смотрите, здесь. Вот, смотрите, сюда надо, чтобы она сюда приехала. Но как это сделать? Смотрите, вот конвейер, он не поймет, откуда едет. А ну-ка, может, сюда надо ему. Ну-ка, во-во-во-во. Они поворачивают сюда. Оно едет сюда. Нет, стой сюда. И забираем игрушку. Все идеально, пипец. Я уже думал, что тут какой-то, не знаю, нужен интеллект. Алло. Наконец-то. Фух, я перепугался, серьезно. Так. Ладно, нам придется снова теперь менять направление этой штуки. Ну, ёшки-матрёшки. Да сколько может это менять? Здесь вообще вода. Кто же сюда в воду стоит? Зачем этот мост? Неужели нельзя сразу сделать такой мост? Окей, тогда погнали уже отсюда. Положим этого кролика Бунзо. И будем, не знаю, что дальше будем делать. Твой сканер. Вот. Все, допустим. Да, отлично. Итак, у нас здесь вентиляция, я вижу. Я, ребят, даже не знаю. Мне вот с каждым разом становится все не по себе. Потому что уже как бы все игры закончились, так ведь? Кстати, а что было бы, если бы я пошел не сюда, а? Ну, здесь у нас просто решетка вентиляции, а здесь у нас открыто. Ага, смотрите, мы можем пойти даже сюда, взять питание. Я так понимаю, это надо было как-то по-другому сделать. Оба. Я не понимаю пока что ничего, но смотрите, вот я могу вот так вот сделать, оба. Ой, стой, 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 отпусти. Короче, тут надо как-то активировать дверь. Которую тут надо как-то все на скорости делать, я так понимаю. Потому что иначе я не знаю, как это сделать. А, смотрите. Вот, я понял. И теперь, смотрите, мы берем вот так. Вот так. Тут надо как-то подготовить сразу территорию. Я, кажется, допер. Смотрите, тут можно двигать вот эти объекты. И теперь проверяем, могу я ли... Да, теперь я могу. Все. Я понял, окей, полетели, нет, стой, не, так, окей, еще раз разблокируем территорию для нашей руки, и все, в принципе, вот, вот так, вот это надо вообще подвинуть отсюда, так, погнали, оба, оба, все, то есть нужно здесь взять, сначала провести питание, вот как мы помним, вот, раз питание, два питания, оно разблокирует дверь, но при этом здесь есть решетка. Отпускаем, берем, убираем, так, проводим, проводим, оп, 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 давай, 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 давай. Стой, что такое? Нет, мы не можем дотянуть, можем, можем, можем. Ну давай, давай же, я понял, у нас просто длины не хватает. Нет. Как так? Ну, опять же, ребят, я так понимаю, это задание на скорость, но, опять же, как его выполнить? Вот, смотрите, здесь есть тоже дверь. И
Непонятно, что здесь надо. Ну вот, смотрите, оп. Раз. Два. Оно разблокирует только вот это. Мы уберем руку, оно вот это нам даст. А ну-ка, а если мы вот возьмем, положим сюда питание, потом оно здесь вот так вот будет. Оно нам потом не разрешит взять тут снова. А, во-во-во-во-во-во-во! Стой! Нет! Я понял! Я понял! Я допёр! Всё! Надо, короче, еще раз сделать так. Оба. 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 Идеально. А что она нам разблокировала? Дверь? Не-не-не-не. Ну, оно теперь нам открыло до конца уже это. Только куда нам теперь надо шастать? О! О, май гад. Чё это? Здесь вентиляция провалилась. Ну, окей. А! Вау! Чё? Чё? Алло? Выпустите меня, это... Алло? Всегда на позитиве, да? Да чё? Я не читер, если че. Да это у тебя... Это у тебя игры такие. Алло? Что ты там считаешь? Отстань! Вау! Воу-воу-воу-воу-воу! Отстань, прошу! Я не понял сейчас, ну погодите, вот, здесь какая-то дырка есть. Ну-ка, давай в эту дырку, в дырку, в дырку. Побежал. Окей. А чё, это весь геймплей второй части? Я не пойму. Не, ребят, ну, вторая часть какая-то прикольная. Воу. Блин, меня с каждым разом все пугает и пугает коридоры. Меня все здесь сейчас пугает. Такая сейчас обстановка. Я не пойму, что она сюда затащила. Она... Вот здесь какие-то коробки. И... Какой-то код. А, это опять этот код. Ну вот, мы переперлись в тупик. Сюда надо открыть как-то ворота, да? Сейчас будет тут фигурочка. Опа. Конечно, это не погоня. Ну тоже сойдет. Что это? Ладно, допустим, все здесь закрыто. И здесь у нас есть дверь, которая открывается. К сожалению, она открывается. Да ну ёшки-матрёшки, чё она? Во-первых, здесь я вижу какой-то подъем наверх. Ага. Короче, меня вот пугает опять этот тоннель. Ну сколько можно? Ну что здесь вот такая пугающая обстановка? Нужно посмотреть, какой рычаг надо потянуть. Ладно, в принципе, это легко. Так, зеленый. Так, красный один. Красный один. Синий два. Зеленый три. Ага. Красный первый. Синий второй. Зеленый третий. Ну и понятно, что желтый будет четвертый. А можно не надо? Кстати, мне кажется, сейчас будет погоня. И если это так, то у меня есть одно местечко на примете. Окей. Погнали. Уа! Я говорил, что будет погоня. Да ну чтоб тебя, пожалуйста, отстань. Хы-хы. Вот. Если, конечно, это так. Господи. Пожалуйста, не надо. Ну иди отсюда. Прошу. Прошу. Интересно, ребят. Вот смотрите, здесь мне нравится то, что босс-файт растянули. Его серьезно растянули. И от этого серьезно идет очень сильная интрига, и от этого становится очень страшно. Я надеюсь, что я правильно бегу. А то мало ли сейчас... Ну да, я правильно бегу. Так погодите, она сюда опять побежала. Какого я опять сюда приперся? Окей, здесь еще одна головоломочка. Во-первых, здесь есть печка. Ой, здесь есть печка. Можно открыть ворота.
Ну, я могу залезть сюда, на удивление. И, кстати, погодите. Это тоже очень интересное местечко для пряток. Здесь, кстати, тоже можно спрятаться. Погодите, ну не говорите, что сюда тоже надо идти. Или откуда мы пришли, кстати? Откуда мы, кстати, пришли? Вот, здесь какой-то есть подъем. То есть, серьезно? Вот, мы отсюда пришли. И нам придется пойти сюда. Да ну чтоб тебя-то, а! Смотрите, да, я могу залезть сюда и прятаться. Ну-ка, ну-ка, погодите, это очень интересное место для пряток. Это очень интересное место. Поэтому, смотрите, тут надо ставить шестеренку, я так понимаю. Не сюда. А куда надо на шестеренку вставлять? Серьезно, ребят, это офигенно. Это офигенная вторая часть. Она серьезно хорошо подана. Типа ты сейчас расслабляешься, но при этом до сих пор идет босс-файт. Он до сих пор сейчас идет, ребят. А, погодите, а теперь зачем она нам? А, для вот этих ворот. Так, короче. Заряд. Печка. А, я знал. Печку. Открывай дверь. Ладно, ну, эта сцена не совсем страшная, потому что я уже, наверное, много раз ее слышал. Блин, то ты можешь от меня уже отстать, серьезно? Сколько можно? Я могу еще вообще убежать от нее? Ну, уже серьезно, меня она застала уже. Опять! О боже! Стой, стой, да, пожалуйста, убери свои руки. Алло, пожалуйста. Слишком, что слишком широкое? Ну, ладно, в принципе. Я не против. То достала эта бабка, меня уже надоело. Короче, я не понимаю, ребят. Она такая странная. Она вроде бы, да, красиво выглядит, да. Хотя, блин, это если что, ребят, это сарказм. Она вроде бы, ну, красивая была фигурка. Вполне красивая. А тут на тебе просто ручища гигантские. Я не пойму, у тебя что там, 56 ног? Что они... Как? Вот скажи, пожалуйста, вот как я могу? Ладно, окей, нет претензий. You can die later, я знаю. А, понятно, тут без разницы. То есть она вылезла только для касцены. Ну, понятно, понятно. Я бы, конечно, хотел тут выйти отсюда пораньше с работы. Можно я пораньше с работы уйду? Мне серьезно, это уже надоело. Что за бред? Вау! Воу, стой! Прошу! Ребят, я ничего не понимаю, я бегу со всех ног. Ну как ног? И рук тоже. Быстрей, быстрей! Стой! Стой! Мамуся! Мамусечка! Мамуля! Пошла! Кыш! 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 Не! 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 О! О! Туда! Туда! Я твои игры проходил! Сколько! Сколько и твоих собак! Сколько и твоих кроликов! Этих бунзу! Сунзу! Я не пойму! Хотя, знаешь, все же тебя расплющило как конфету. Слышь, это моя добыча, ты слышишь? Ты знаешь, сколько я добывал?
Алло, да ты знаешь, сколько я ее добывал? Вообще неблагодарный. Хоть бы мне руку, пожалуйста, то, что я тебе тут... Тут я понимаешь, сколько я проходил, убегал от нее сколько. Да ну тебя, блин, бедный Хагиваги, за что Хагиваги? Ладно, окей, допустим, здесь Хагиваги. Вот ты, Петрович, здорово. Ну, короче, в принципе, я-то все сделал. Я, в принципе, ты должна быть благодарна мне. Сейчас я подергаю эти два рычажка. Они не хотят дергаться. Окей, здесь нет никаких бедных Агиваги. Не, я вижу там эту пчелокису. О! Чё? Опа-на! Опа-на! Стоп! Я какую-то фигурку не взял. То я две фигурки какие-то не взял. Главное, Кисси Мисси взял. Не, ну, ребят. Ну, этого жлоба я бы не хотел себе в коллекцию. Капец, серьезно. Взял, забрал то, что я так долго добывал. Так, что это такое? Ну, понятно. Собачка с цветочком. Оригинально. То есть, получается, Game Station посвящена только мамочке, потому что тут только мамочка на Game Station. Стой, 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 открывайся. Наконец-то, ребят, мы с вами прошли вторую главу. Я даже серьезно только сейчас заметил, что мы с вами прошли вторую главу. Итак, хорошо, что у нас первое? Не-не-не, стой, стой, стой. Ладно, сейчас мы вот так вот, оп-оп-оп. 4, 2, 3, 1. У-ху! Сюда, погнали, ту-ту. Ой, серьезно, ребят, мне игра, вторая глава, вот очень понравилась, серьезно. Не знаю, вот даже третья часть, она просто, понимаете, третья часть, она какая-то более скучная. Там в основном идет уже сюжет в приюте, а тут как раз у тебя на Game Station и много развлекаловок. То есть даже босс-файт растянули, представляете? То есть тут босс-файт интересно, то что ты при этом у тебя головоломка, но при этом ты еще и сражаешься. То есть ты расслабляешься и не успеешь даже толком расслабиться. То есть пытаешься убрать это из своей головы, но при этом все равно идет босс-файт. Ну а в третьей части там, конечно... Ты офигела? Ну, короче, ребят, мне кажется, уже все знают, чем закончится это все. Потому что мы в третьей части также видели этот босс, на котором мы разбились. И, кстати, вы видите, что у нас металлические вот эти штуки. Металлические. Остановите поезд. Я бы с радостью, ну ё-моё, ты вообще видишь, что здесь происходит? Здесь вообще такая обстановка, что это дергать. Силушки много. Чух-чух. Ура! О нет, мы перевернулись, как так? Кто-то идет. Ну, если кто-то идет, ну это ж как бы, наверное, может это идет учительница. Да фиг его знает, даже нашел кэтнэп. Либо же нас учить, да не учительница ж в приюте. Короче, без разницы, наконец-то я доволен тем, что я прошел эту вторую главу. Конечно, да, ребят, ушло мало видео, на третью часть там вообще 7 видео ушло. Ну, потому что там, ребят, серьезно, сложные уже пошли головоломки. Но здесь мне просто геймплей очень-очень зашел. Серьезно, это офигенно. Ты как бы расслабляешься, но все равно у тебя идут какие-то головоломки, постоянно идет босс-файт. Вот серьезно, босс-файт мне очень сильно понравился. Но, а что по поводу вот этих их ее игр, это как бы может быть... Ну, это даже не головоломка, это чисто развлекаловка. Но при этом со скримерами. Ну, то есть, игры тут тоже как-то так себе. Особенно эти свои хаги-баги, блин, понапихивало. Ну и, в принципе, мне больше всего понравился режим с цветами, то, что надо было заказать комбинацию. Ну, как цвета? Тоже не совсем цвета. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось. Ссылка на Discord, как всегда, в описании. На самом деле, Рапас. Всем удачи, всем хорошего дня. Всем хорошего настроения и всем аревуар!